Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо. Сегодня мы с вами продолжаем играть в People Playground, сегодня мы с вами продолжаем издеваться над нашими ненастоящими людишками, роботишками и заниматься различными другими делишками. Ищите легкую прокачку в GTA 5 онлайн? Вы по адресу. Эльбрус делает прокачку быстро и качественно, есть пакеты разных категорий от 150 рублей. Ссылка в описании. Друзья, ну перед тем, как мы начнем, не забудьте влепить огромный лайк вверх, палец, чтобы был до высот небесных. В общем, чтобы все было хорошо и у вас, и у меня, чтобы чаще выходил People Playground, ребята. Так что, как-то так. В общем, первое, что у нас сегодня будет, это не просто постройка, друзья, это Пила 2. Steam Storage, по-моему, нику у человечка. Хороший человечек, в принципе, молодец. Вот, первая пила в прошлый раз была. Я не помню, что там было, но что-то, по-моему, то ли не понравилось, то ли ни хрена не понял. Вон, здесь хотя бы все подписано для Турбенти. А то Турбенти это дурачок. Так, ладно, Русь. Это вторая пила, извини, я просто вовремя не посмотрел выпуск с пилой и из-за этого написал коммент не сразу. Чекни коммент в ютубе, я написал там список действий. Продолжай RimWorld. Здесь, а если точнее? Iterations 16. Ну я не буду считать 16, может быть, конечно, надо, но мне лень. В этой пиле я постараюсь пронумеровать все. Да, мягких знаков нет. Так как этот, черт подери, русский язык на английской раскладке. Да, да, в общем так, тут циферки. Заспавни человека на паузе. Выбери правильную сприц, чтобы выжить и не умри. Как применишь, удали. Аккуратно просунь руку, успей пройти, пока дверь не закрылась. Блин, звучит страшно. Ну ладно. Спавним человека. Нужно выбрать какой-то шприц. А какой? А где шприц? Я даже шприцов не вижу, ну ладно. Так, нужно засунуть руку. Ай, блин, больно. Так, тихо. И нажать кнопку. Будем считать, что получится. А, давай, ползи. Нормально, нормально. Так, встаем, правда он без руки. Но будем считать, что он еще жив. Спускаемся вниз. Так, иди направо. Чё там, блин? Простой под лазером и иди направо, когда активируется дверь у тебя 8 секунд. Так, ладно, хрен с ним. Вот это убираем. Новый мужик у нас появляется. А, там тоже надо нажать. Ну, будем считать, что... Ну, ладно, пойдемте нажмем. Тык-тык-тык-тык-тык. Или она сама нажмется, если мы сюда встанем. Оп. Надо было идти налево, а не направо. Всё, бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Аккуратно пройди по стеклу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, упал, упал, упал. Ладно, вторая жизнь минус. Так, прыгай. Прыгаем. Третья жизнь, прыгаем. Блин, тут больно. О, это же вроде бы коляска бармена. Выбери правильный шприц, чтобы выжить. Не умри, как применишь, удали. Наверное, вот этот. Блин. Да, блин. Подожди, давайте возьмем его. Так, шприц. Я молодец, друзья, я молодец. Идем дальше. Едь на эскалаторе и не проткнись, чтобы тебя не заживало. Блин. Давайте попробуем. Нормально, 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 нормально. Давай, давай, почти, почти. Заехал. Отлично. Постой 3 секунды под таймером и на замедлении перетащи его на другую сторону. На какую другую сторону? А, нашего человечка, я понял. Я думал, таймер. Блин, побежали. Бежи. Сейчас будет закрываться? Ё-моё! Блин, а это жестко. Ух ты. А, нога, нет. У нас человечек остался без ноги. Ну ладно, поднимись и не задень шприц. Так, хоба. Хоп, перепрыгнули. Блин, там надо запрыгнуть. Давайте, хоп. Так, тихо, мужик. Мужик, мужик, не мешай. Так. Блин, походу мы сейчас умрем. Ой. Походу да, ладно. Убей одного из них, чтобы выйти на свободу. Я вроде убил. Нет? Может быть, второго тоже надо? Пистолет, давай работай нормально.
Так, о, все. И как бы, как будто бы я вышел на свободу. Ну, прикольно, но, блин, я, походу, слишком глуп для всего этого. Ладно, ребят, мы идем дальше. Сегодня у нас будут построечки еще из мастерской. А то в моей группе уже в последнее время очень мало построек, ребят. Не надо так, надо больше построек для турбенти, вы шо? Так, идем дальше. В общем, что я вам сегодня хотел еще показать, блин, ребята, смотрите, сколько просто построек, миллион миллиардов. Так, в общем, так, вот что я вам хотел показать. Ракета, вот такая красивая, она причем прям красиво сделана. Смотрите, тут прям как будто бы экранчик, какие-то кнопочки и все в этом роде. Но как она запускается, я, кстати, не знаю. Не так. Она должна, наверное, лететь. Может быть, как-то так? Да нет. А, ну вот так. А как сделать так, чтобы был таймер, чтобы она взорвалась со временем? А не сразу. Хрен ее знает. Ладно, полетела. Может быть, она сама взорвется. Кто ее знает? И так летит. Может быть, она врежется и взорвется. Ну-ка. Блин, нет. Но летает прикольно. Можно на замедление тогда ее вот так вот. Да. Ну, красиво. Сделано прикольно. Ничего не скажешь, турбентий. Сделано на славу. Так, что я вам хотел еще показать. Друзья, смотрите, есть еще вот такая вот постройка. Big Russia Tower. Звучит опасно. И игра немножко подвисла. А я что, паузу не поставил? Блин, пацаны. Походу, я не поставил паузу. Блин, просто... Ну, ё-моё, сейчас вернусь. Итак, дорогие друзья, снова здесь, да, игрушка подвисла, я перезашел. В общем, есть вот такая вот у нас Big Russia Tower. Я не знаю, в чем прикол, почему она так называется, почему тут Russia и причем тут Tower. Не, ну как бы это башня, большая башня, похоже на какую-то елочку, которая сделана из кеглей для боулинга. Но в чем прикол, непонятно. Ладно, ребят, что я вам хотел еще показать. Появилась еще одни способы умереть, так скажем, которые сделали не мои подписчики, а просто кто-то залил в... воркшоп. Хотя, может быть, это и мои подписчики. Не знаю. Так, это последний надо будет. Хорошо, первое. Понятно. Второе. Неплохо. Так, третье. Лазер. Ну, в общем, такие самые стандартные способы, на самом деле. Ну, неплохо. Так, здесь. Ага, здесь. Почему-то человек, кстати, горит. А почему они горят? Из-за чего? А, скорее всего, из-за того, что здесь был лазер, и здесь кусок человека куда-то упал. Так, ну а здесь... Понятно, и последнее. А, понял. Открывается дверь, должна вот так вот. Итак, лазер нажимает на кнопку, и чувак, скорее всего, сейчас просто полетит покорять ко... Да. Ну, неплохо. Но слабоват, мягко говоря. Также, ребят, смотрите, что еще есть. Вот такая построечка. Самая простенькая. Здесь все просто. Здесь просто есть мужик. Есть чел с молотком, и он просто делает вот так, смотрите. Знаете, такие есть эти аттракционы, где ты проверяешь свою силу. Ну, это примерно то же самое. Берем просто вот так вот. Подожди, мужик, давай. Берем вот так вот. Ну и все. Человека разорвало. Так, ребят, нам нужно перейти теперь на морскую карту. Помните, когда-то, недавно, я выкладывал видео про... Кстати, чуть смотрите, People Playground написан какими-то квадратиками. А в общем, было видео, где я показывал кракена огромного, который нападал на черную жемчужину. Сегодня у нас, ребяточки, тоже кое-что интересное. Тоже этот кракен. Блин, только я не помню, где он. Надо бы его найти. Я не помню, он был у нас в мастерской, либо он был не в мастерской. По-моему, в мастерской. Короче, ребят, сейчас я его быстренько найду и покажу вам все, что хотел показать. Итак, дорогие друзья, теперь у нас этот самый, блин, огромный осьминог нахрен, да, который его называют Кракен. Теперь он у нас против Титаника. Я знаю, что все подлагивают, потому что, блин, этот огромный, блин, просто Кракен, он реально огромный. Это было бы странно, если бы он не лагал. Так, давайте мы его просто засунем сразу, подождите, надо выделить, сразу под Титаник как-нибудь. Вот так вот, как будто бы, давайте на замедление. Он просто вот так берет. Хотя на замедление почти практически не лагает. Берет вот так вот, просто захватывает этот Титаник. Блин, получается реально жестко. Блин, ребят, получается реально жестко, посмотрите. Он реально, он его просто сейчас разломает. Правда, он сам сейчас разломается. Но это уже другое дело. Ё-моё. Ребята, все встало.
Да, лучше такие эксперименты, конечно, не проводить. Блин, ну вот хочется, да, ведь хочется что-то огромное с чем-то огромным как-то столкнуть, как-то что-то сделать, что-то там уничтожить, что-то туда-сюда. Но, к сожалению, увы и ах, происходит нечто подобное. Поэтому, ребята, я с вами на сегодня буду прощаться, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще этого не сделали. Ставьте свои большие пальцы вверх, пишите свои комментарии. И тогда новая серия по People Playground не заставит себя долго ждать.